По традиции 25 мая в школах города проходят торжественные линейки, посвященные последнему звонку. На празднестве помимо главных виновников присутствуют учителя и родители. Праздничное событие во дворе гимназии номер 3 развернулось красочно и ярко. Чтобы поздравить выпускников со знаменательным днем, прибыли служащие администрации, исполняющие обязанности главы муниципального образования город Хасавюрт Каргали Каргалиев, председатель собрания городских депутатов Загит Салим Дадаев, заместитель главы администрации Шамсудин Халитов. На правах почетного гостя поздравить выпускников слово было предоставлено Шамсудину Магомедовичу, который отметил, что для каждого ученика наступил самый ответственный момент. Право перешагнуть во взрослую самостоятельную жизнь. Скоро вы покинете свой класс, школу и представите перед выбором, что выбрать, какую профессию, какой жизненный путь. Вам, наверное, подскажут или уже подсказали ваши педагоги, родители. В скором времени вы будете сдавать самый, наверное, важный экзамен новому учителю. Это жизнь. Вы новое поколение, которому в скором времени предстоит взять на себя ответственность за судьбу города, республики и страны. Далее со словами напутствия в адрес выпускников выступил директор гимназии номер 3 Резван Галоев, сказав, что каждый выпускник – это гордость руководства гимназии. Все те знания, которые получили на протяжении для кого-то 9, для кого-то 11 лет, помогут в жизни достичь поставленных целей. В прошлом году наши учащие создали 99% учащихся единый государственный экзамен и обязательный государственный экзамен. Уверен, что в этом году тоже вот так же, с таким же успехом вы проведете эту итоговую аттестацию, потому что вы окончили, скажем так, основной путь вашей жизни – это школа. Потому что отсюда выходят все руководители, все деятели, все начинается отсюда. Хотелось бы пожелать вам тоже, чтобы вы тоже стали такими же достойными лидерами, руководителями, достойными выходцами нашего города. На этой торжественной ноте в продолжении праздника была проведена церемония награждения выпускников почетными грамотами за отличные успехи в учебе, а также активное участие в общественной и спортивной жизни гимназии. По словам самих выпускников, этот день наполнен радостными, счастливыми эмоциями. Кроме того, ученики 11 класса выразили слова благодарности своим педагогам, обозначив, что благодаря наставникам смогут найти свое место в жизни. Учителям хотелось бы пожелать терпения, сказать огромное спасибо за все те 11 лет, которые они провели с нами, рука об руку, идя до вас, давая нам советы. Теперь мы вступаем в взрослую жизнь благодаря их советам. С одной стороны, мы, конечно, очень рады, что этот долгий и трудный путь закончился, но с другой стороны, есть некое чувство сожаления, что больше не будет таких интересных моментов в школьной жизни. Очень рад и доволен, что прошел этот путь от начала и до конца. Для более чем 150 учеников выпускных классов была подготовлена яркая праздничная программа, где особую лепту внесли самые юные участники торжества, подготовив вокальные и танцевальные номера. Слова поздравления в адрес выпускников и педагогов звучали отовсюду. От лица всего ученического самоуправления со словами поздравления выступил также Шамиль Умаханов. Чтоб стать людьми с большой заглавной буквы, еще уроков много предстоит. И хоть уйдем из ваших теплых рук мы, пусть ваш огонь в сердцах у нас всегда горит. Спасибо вам, дорогие педагоги! Не менее торжественно праздник последнего звонка отметили в гимназии имени Максима Горького, куда в качестве почетного гостя был приглашен первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, который в своей речи пожелал выпускникам успеха в сдаче государственных экзаменов. Место в жизни, чтобы вы не забывали свою школу, свой город, свою республику, где бы вы ни были. Всех вам благ, удачи, всего хорошего. По традиции кульминация праздничного торжества в образовательных учреждениях стал последний звонок, который пронесся во дворах гимназий. Впереди у каждого из них ответственное событие – сдача государственных экзаменов и выбор будущей профессии. Вика Сулейманова, Расул Гаджиев, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».